Проект «Неизведанная планета. Человек». Я автор, ведущий Владимир Симонов. Хочу вас познакомить со своими новыми стихами. Мы проживаем время, время листает нас. Мы вселенское семя, новейшего каркас. Мы же с тобой земляне, крещенные красотой. Влюбленные инопланетяне, единая планетой одной. В одной вселенной прописаны адрес наш, Млечный Путь, солнечной системой обвизаны, и самих себя не обмануть. Мы живее пророчества, вечное сплетением дорог, влюбленные наше отчество, любовь наш Бог. Мы с тобой одно крови. Мы с тобой одной крови. Мы из человеческой нации. Мы из единой боли. С одной станции. Остановка землей величается. Женщиной утверждена. Покровительством ее венчается. Любовью благословлена. Мы с тобой одной крови. Одного ветра и единой кармы, мы одной доли, но не казармы. Одних крыльев и океанов, одного солнца и рассветов. У Вселенной на нас одни планы, многие лета. Как вершится перспектива? Тишиной. Как услышать в грохоте взрывов? Войной. Но тишина при войне невозможна. Только при ней. Но как это, когда тревожно? Силой взлетных огней. Как же лететь, если смерть кругом? На рассвет. Как увидеть, если ушел паром? Знаками примет. А где тишину искать? В сердце своем. Но как тишину узнать? Прожиганием, огнем. Перспектива в тишине, сказал? Именно так. Но я не нашел, хотя искал. Путать себя мастак. Но какая тишина среди слез? Так сердце успокой. Но выжить как? Вопрос. Не молись толпой. Облом, и переписывается время, секунды смещаем на века. Кто не успел тысячелетиям в теме, поторопился, чтоб слегка. Чтоб добежать, не хватит расстояния. Чтоб танцевать, запреты на фокстрот. В поисках вселенского подаяния открыт рот. Успеть нельзя, а задержаться стыдно. И каждому от существования пас. Смешно, но ничего не видно. И ориентироваться по сердцу учат нас. Нет смысла волноваться и тревожиться. Процессы для всех до одного. Вселенная не с руки и тожится. Человека рожает. Только и всего. Занавес пошел, декорации открылись. Сцена пятого дня. Она мне однажды снилась в сполохах огня. Я когда-то бродил по остаткам сожженных домов, пытаясь разглядеть украдкой слово в хаосе слов. Пятый день, уходим, оставляя вчерашнее накопление, уходим, шестой день верстая новым прозрением. Все по спирали.
и вперед, и выше, чтобы не достали, взлетать будем с крыши.